Заново. Как называлась улица ваша раньше? Наша улица раньше называлась улица Казанская, теперь она стала, наоборот, была улица Спартаковская, стала улица Казанская. И столовая СССР у нас находится на улице Казанская, 1. Ну и, соответственно, улицу назвали в честь дружбы народов. А 1 апреля, если заявиться с советскими рублями, вы как, обслужите человека? Легко. А? Ну ладно. Так, астраханцы, обратили внимание, 1 апреля соберите рубли, приносите, вам супчик уж нальют, во всяком случае. Вот. А вот я, кстати, им передал привет из Татарстана. Лайки поставьте в Татарстане, чтоб поддержит. Да, и вам ответный привет. Большой привет из Астрахани. Самые красивые повара в Астрахани. Я не знаю, насколько они мастерицы. Вот я сейчас попробую их блюда. Вот, ну, во всяком случае. Да? Вы не поверите, таксист подвел меня с ЖД вокзала и говорю, у меня канал есть. Он говорит, какой? Я назвал Татар Синема Интернешнл. Он посмотрел, открыл. Я говорю, лайк поставь. Я говорю, поставил. Подпишись. Он говорит, а я у тебя подписан. Вот Астрахань, видно, маленький город. Раз. Маленький. Первый же человек встретишься, мой подписчик оказался. Ладно, спасибо, я сейчас камеру выключу, буду что-то пробовать. Так, это на какой? На Казанскую улицу? Казанская, у нас, да. Так, казанцы, если вы в Астрахани будете, на Казанскую идите. Здесь все родное для вас будет. Сейчас я вот только покажу. Все вот. А здесь сниму. Все.